Смешарики заговорили на карачаево-балкарском языке. В кочегу имени Умара Алиева прошла презентация мультфильма «Смешарики», озвученной студией «Эльби Саунд» на карачаево-балкарском языке. Важно отметить, что в ВУЗе функционирует профессиональная студия звукозаписи, которая занимается переводом и озвучкой известных фильмов на языках народов Карачаева-Черкесии. На премьере мультфильма побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Теперь любимые герои мультфильмов заговорят на родном языке. Новая профессиональная студия звукозаписи в Кочегу «Эльби Саунд» открывает возможность для детей посмотреть мультипликационные фильмы на языках народов Карачаева-Черкесии. Данный проект – победитель конкурса молодежных проектов СКФО, который проводился Росмолодежью. И вот первая премьера – это «Смешарики», озвученные на карачаево-балкарском языке. От имени ректора поприветствовал всех, кто пришел на презентацию, начальник управления молодежной политики и социальных проектов в Наурус Капушев. Поддержка сохранению родных языков для нас очень важна. И сегодня, я надеюсь, мы насладимся тем результатом работы целого коллектива, которая на протяжении нескольких месяцев работала над озвучиванием на всех родных языках, в том числе и карачаевский, и черкесский, и абадинский. Но сегодня мы насладимся именно карачаевским языком. Я надеюсь, что эта идея будет продолжать жить и приносить пользу нашим детям, чтобы они всегда осознали и не забывали наши родные языки. На премьеру «Смешариков» пришли сотрудники вуза, жители Карачаевска и, самое главное, юные зрители. «Нам очень важно было вжиться в роль наших героев», отмечают участники проекта. И не просто озвучить, а передать смысл диалогов, также раскрыть яркие образы смешариков. Хазарда. Унутуп тұрайым. Тансық болған мәсіз? Біза батыр жасымызға қайтамыз! Дети с особым вниманием следили за действием их любимых героев и выражали радостные эмоции. Я постаралась раскрыть свой персонаж Нюшу, и для меня было важно донести красоту нашего языка детям, отмечает участница проекта, студентка первого курса Института филологии Мадина Малсугенова. Очень нужный проект в плане сохранения родных языков. Действительно, стать частью этого приключения для меня большое счастье. Благодарю за это нашу студию «Эльби Саунд» и Асю Байчорову. Действительно, подарить свой голос персонажу, чтобы тот заговорил на карачаево-балкарском языке – это незабываемый опыт. В свою очередь, режиссер «Смешариков» на карачаево-балкарском языке, актер Русского драматического театра Карачаева-Черкесии Ибрагим Бастанов отметил профессионализм и актерское мастерство всех участников. Я уверен, что и в дальнейшем мы озвучим много других известных мультфильмов. На сегодняшний день очень много молодежи плохо разговаривает на своем языке. У 50% уже акцент появился. Это очень важно. Это для нас в будущем, вот подрастающее поколение, дети будут смотреть. Творческая команда также озвучит смешариков на черкесском, абазинском и нагайском языках. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.